лень снимать типа годно, поэтому я просто сниму даже не программкой с лицом, просто сниму вот так вот, как сниму. Вот. Ну, это был красивый бой, просто изи. Он не знал, что я его вижу, я просто хоп-хоп-хоп. Ну не, он тут, по-моему, он сам, он даже в кустах не оставаться не решил. Просто соснул. Пригодилась скорость, не зря качнул в шеле скорость. Чуть-чуть поиграл. Ну, можно сказать, в удовольствии, да, конечно, был бомбеж. А, вот. Очень много нервов только что потратил. Ну, ушел в ноль, вовремя остановился. Очень хочется сейчас продолжать, конечно, играть, но мне прицелы Бэдори понравились. Но я знаю, что если я сейчас буду продолжать играть, скорее всего, будут противники сильнее попадаться, я солью кубков немножко. Хотя можно и слить, на самом деле, но... В общем, да, я его, короче, слил. Дальше будет легче. И еще так повезло, что я кусты как раз-таки разрушил в нужном месте. Вот. А дальше у меня вообще не получалось правильно рушить кусты, как говорил ММА. Просто как-то что-то не доходило до этого. Нужно было правильно контроль держать, а я, короче, неправильно очень играл. Он гаджет вообще зря потратил, считаю. Но решил полностью все его кусты вынести, чтобы не показалось. Тут я специально летанул, чтобы кусты разрушить. Тут я это додумался, да. Ну и все, ГГ. Да, я сыграл с заморозкой. Очень непривычно играть без аптечки на шеле, на самом деле. Но такое, в принципе, прикольно. Здесь я просто решил постоять. Просто постою, чего бы нет. Мне было просто страшно против пчелы играть. Я такой, типа, у меня нервы начались. Я такой, типа, не-не-не, я должен сейчас затащить три катки только на шеле. Вот. В итоге подставлялся без того, чтобы отмансить. Гаджеты, конечно, жесткие имбовы. Я нормально зато поразводил на гаджеты. Вот. То есть, если бы даже я бы перешел бы на другого, на следующего перса, я бы был уже спокойненько себе с гаджетом оставшимся, он был бы без. Ну и спокойненько с двух тык на гаджете его убил. Так. Еще дальше. Дальше слив. Все, почти все сливы были буквально на последних персах и на 100-200 хп. То есть, ну, довольно жесткое и обидное поражение. Буквально чуть-чуть, и потому что потом, опять же, не получается у меня не нервничать, и поэтому дуэль — это вообще не мой формат, потому что слишком нервно. Вот, очень, очень жестко подгорает пукан дуэлей, и, собственно, я начинаю очень делать тупые ошибки. Сейчас я на реплеях прям буду видеть, насколько тупые. Но здесь началось все неплохо, но я уже пару ошибок допустил, уже мог его слить, в принципе. Вот. Он меня ткнул, он меня ультанул, заморозил и все, и слил как лоха. Вместо того, чтобы я отойти и издалека его стрелять, накапливать ульту, я просто слился как лох. И кустов почти нет, поэтому на розе, естественно, я тоже слюсь как лох, скорее всего, потому что у него есть ульта, у меня роза без ульты, что я ему сделаю? А, нет, здесь я, кстати, почти, я его гаджетом заморозил, я пошел вот так вот издалека потыкать, он меня ультанул. Я ультанул, чтобы пережить, я пережил его ульту, но немножко мне не хватило длительности ульты, чтобы его забрать, его урона чуть-чуть не хватило. Кстати, возможность у меня была бы Старка не на хил в кустах, а на урон во время ульты. Возможно, я бы его сделал. Ну и Тара. Или он всех троих, что ли, вынесет? Ну, да, он всех троих. А, нет, я вынесу его, по-моему, все-таки Шелли. Или всех троих, я не помню. Нет, у тебя все-таки Шелли я забрал. И, по-моему, Кроу меня вообще изи разъебет. Ну что, Кроу — это Кроу. Я его, кстати, в основном называю Ворон. Но иногда вспоминаю, что Кроу — это Ворон. Ну, чаще я называю все-таки Ворон, чем Кроу. Но Кроу звучит прикольнее, конечно. Я его называю Кроу только из-за ММА. Если бы ММА не посмотрел, я бы его, наверное, продолжал бы Вороном всегда называть. Вот. Короче, да, я просто весь бой очень ссал на него идти, потому что знал, что это жесткий перс. Вот, ну и в итоге, да. Слишком долго ждал. Если пошел бы. Короче, я ждал момента, когда на него напасть, но. Зря ждал. Так. Последний бой, самый обидный вообще на капельку ХП, которые оставались. Так, победа. Здесь несколько. А, здесь я, кстати, поменял местами и решил первый пойти на розе. И это была ошибка на самом деле. Вообще очень плохо сыграл.
А, нет, стоп, это не тот бой, нет. Здесь я Пока очень легко убью, потому что, ну, кто вообще в дуэли берет Пока? Серьезно, чел? Я даже дизлайк кинул, потому что, ну, типа, ну, камон, Пока в дуэли, ну, типа, это КГ. Дальше Роза против Шелли, опять же, я морожу, я ультую, я подбегаю, чтобы пережить, и вот, 500 хп, и просто мне из-за нервов я бегу по какой-то странной траектории, ну, типа, ну, это пиздец, ну, посмотрите на это, я ультую, вот, 500 хп, он меня откидывает ультой, и я зачем-то стреляю в воздух. Я его вот так опять задеваю, сбиваю ему лечение, и у него, по-моему, то ли аптечка срабатывает, то ли что, по-моему, у него была аптечка, я не успел заметить. Еще раз, 500 хп. Гаджет, не, у него нет аптечки, нет, у него в натуре, у него просто хилка началась, либо у него была, нет, у него не было аптечки, он просто начал хилиться, у него, хотя, не-не-не, вру, какая аптечка, он же меня заморозил, да? Бля, что-то так туплю, капец, извините. Бам. Нет, у него аптечка в натуре, у него была аптечка. Я не заморозился после ульты. А если бы он был бы на заморозке, он бы еще изи меня убил. Я бы вообще никак не смог ему подбежать. Но вот здесь вот было обидно, потому что я вполне мог его убить. Ну и дальше, собственно, дуэль Шелли. И, конечно же, хуй ему. Потому что у него аптечка, а у меня как бы заморозка. Нахер пошел. Ну вот тут, кстати, момент, когда я мог сдохнуть. И вот сейчас он почти попал в меня. Хорошо, что я ушел. Я просто из-за нервов сейчас мог ему легко слить. Ну, дальше я пытался собраться. Конечно, у меня сейчас сердце колотает жестко. Гаджетов у меня не осталось, как видите. На кружочке, кстати, если вот эта точка исчезает, значит гаджетов у тебя нет. Я раньше не замечал, что если точка исчезает, то нет гаджетов. Если как, пока работает какой-то из гирсов, они мигают в это время. Вот видите, у меня работает скорость, он в это время мигает. Работает хил, мигает. Вот вообще на тоненького было. Очень повезло с... Конечно, реально очень повезло с мне просто. Я тут тупо тапал по экрану на самом деле. И мне просто повезло с тем, что я мансил, и он не полностью тычками задевал. И повезло, что я 11-й как бы... Просто по итогу не затащил, а то что 11-й. Кстати, был бой, где меня затащили. Вот, кстати, вот Роза, если была бы 11-я, то я бы его изи вынес, его Шелли. Как раз те 500 урона, мне чуть не хватило буквально урона. Был бы 11-й, он бы умер, скорее всего. Тут я прям пожалел, что Роза не 11-я. Так. Против Джина мне было сложно, потому что я не хотел Натали против Джина и хотел попытаться хотя бы хоть как-то набить ульту на Шелли, чтобы если я перейду на Тару, чтобы изи убить Джина просто ультой. И по-моему я так и смогу так и сделать, и таки Джину солью, но ульту набью. Потому что гаджетов нет, нужно пару тычек еще попасть было. Я, в общем, сейчас пожертвую собой, наверное. Да, по-моему, да, точно я вспомнил. Да, я просто сейчас пам-пам-пам-пам-пам, но главное, что набил ульту. Или, ну, частично, по-моему, частично я набил. Не, ульту у меня все еще нет, но я там одну или две тычки себе оставил, чтобы хоть как-то его задеть. Сейчас. Очень сейчас постараюсь так отхилиться. Подпустить его к себе ближе. Все, одной картой задел, ульта есть. Сейчас тоже чуть похилиться и подождать момента, чтобы ультануть. Прицеливаюсь, но как видел, что я прицелился, потому что решил сбить прицеливание, чтобы неожиданно ультануть. Так, вот он бежит. Я, по-моему, когда получил меньше, он пошел ближе к углу. Вот я дождался чуть-чуть дыма. Он чуть-чуть сузится. И кидаю ульту. И все, у меня не было шанса вернуться. Пам, подбегаю близко и все. Красивая анимация, кстати, победа у Тары, эти карты крутящиеся. Вообще, я считаю, один из лучших скинов на Тару, в общем. В общем, хороший бой, Тары затащил. Хотя мог бы и слить очень легко. Был такой бой. На тоненького, реально. Так, дальше. О, 400 трофеев собери, а почему я тут не... А, стоп, это не... Это я просто пошел дальше уже играть обычные бои. Квесты выполнял. Ну, как бы, просто по приколу играл на этой самой. Дальше, так. Тоже красиво, опять поставил порядок. Шошели первая. Ой, здесь, по-моему, легко будет, насколько я помню. Если я правильно помню. Хотя нет, по-моему, здесь как раз розы буду тащить. Опять очень тупо пойду, да. Несмотря на то, что я его увидел в этот момент 2 секунды, я пытался стрелять не на автоприцеле, как обычно, а прицеливаясь. Блять, дебил. Обычно на автоприцеле гаджетом пользуюсь. Вот реально, стрелял бы сейчас на автоприцеле, я бы его убил. Но очень тупо слился. Но на Розе было очень легко его убить. Просто я на скорости побежал, и до того, как он ультанул, подбежал к нему вплотную, и все. Когда ты подбежаешь к кому-то вплотную, она нихера не может делать. Ну и дальше Роза на Розу. Эпичное, кстати, противостояние Розы на Розу, на самом деле, сейчас. Такие побежали. Он включил какой-то гаджет, я не понял какой. Что на Розе за гаджет? А, он меня замедлил, да, точно. Я его замедлил, он меня замедлил. Ну и все. Как бы тут победило то, что у меня Роза прокачанней просто.
Либо просто, не знаю, либо у меня чуть-чуть более-менее на розе, либо у меня гирс правильно стоял, не знаю. Я не заметил, какая у него роза, потом после боя посмотрю. Ну, помансил немножко от Лолы, и все, это изи было, в принципе. Даже до Тары не дошло. А, роза 9, да, у меня 10. Сыграло то, что у меня был гир скорости, у него нет. Так. Ну и дальше пошли опять слив поражение, слив поражение. Вот здесь вот, вот я же говорю, сейчас вот последнее я уже перестал играть, потому что, собственно, начались поражения, которые там было, чуть-чуть отделяло от победы. Я мог бы и дальше играть, но у меня просто нервы закончились. Хотя, возможно, я сейчас, может быть, еще 1-2 боя сыграю. Хотя не, пофиг. Я достаточно видел этой карты. Потом уже в испытании поиграю. Но, в принципе, да, и на всех, в принципе, очень повезло, что именно Шелли хороша для этой карты. Я буду пытаться и на всех аккаунтах, типа, в твинках проходить просто реально на Шелли испытание это и все. Остальные какие пики буду ставить, я не знаю. На основе, да, на основе это будет Тара и Роза. Хотя на мультах тоже, там же есть уже Роза на большинстве. Точно. Короче, буду так и проходить. А третьим, не знаю, тоже кого-нибудь танка буду ставить. Ну или кого-нибудь перса посмотрим, придумаю. Может быть, Брока. Да, вот тут ты подзаморозил. Попытался побить, чтобы ульты набить, но в итоге... Да, в итоге я успел набить ульту, танкануть ульту, но... Она слишком быстро бум-бум набивает вторую ульту. И дальше я уже понимал, что у меня нет шансов на Таре против его Шелли, он просто на Шелли меня в ноль вынес. Хотя, по-моему, все-таки чисто просто, чтобы не в ноль проиграть, я, по-моему, его сейчас убью. Тык-тык. Тык, да. Чисто, чтобы не в ноль. Чтобы не так обидно было. Ну и против Кроу его у меня шансов не было вообще. Потому что, во-первых, разъебана полкарты. Я пытался как-то сейвиться за бочкой, но... Долго не посейвишься, дальность у него больше, плюс этот яд ебучий, от которого не спрячешься, который эффективность лечения уменьшается. Да, гаджет у него уже нет, но ему и не нужен гаджет, просто тупо тычкой меня заебал и все. Мансит, конечно, я старался, он тоже злится, не выпадает. Но вот сейчас он близко подошел, вот сейчас мне нужно было уходить с той стороны бочки и тыкать с него. Но я вышел слишком поздно, дал ему себя отравить, и все, это было ГГ. Плюс получил 1000 урона от тумана, и все. Ну, нервничал уже, потому что. Ну, можно было, конечно, пытаться свою сыграть, но... Я, кстати, мог, на самом деле, я мог. Он восьмой, он даже без пассивки. Я мог, в принципе, его разнести, но я уже слишком занервничал. Так, какой это был бой? Была победа, я помню, да. Легко было против... А, это... Стоп. Против пчелы, бла-бла-бла. Потом вот эти бои. Потом вот эта победа. Потом вот это поражение... Нет, стоп. Против Кроу там было. Против Лолы, против Биби. Я вообще не помню Биби. Я не помню Биби. А где был Кроу? Сука! Извините. Я запутался. Я не понял. Что за говно? Вот этот помню. Какой я бой? Где Кроу? Последний был Ворн. Вот. А, стоп, вот это что? Вот это я только что включал? Нет, не вот этот. Блин, извините, я забыл... Какой бой только что ставил, но вот это вот последний бой, который сыграл. Тут, кстати, сколько я уже снимаю вообще? 13 минут, ёбнуться. Я так много боев сыграл, не думал, что много займет их снимать. Жесть. Да, вот он меня очень жестко наебал. Он пошел, я думал, что он сдается, но мне надо было все равно его издалека и гаджетом убить, и он в итоге просто... Просто меня наебал как лоха. Если бы не этот мув, я бы, скорее всего, вынес бы его троих персов. Но в итоге, вот, как бы, даже ульту не тратя, просто забрал, чтобы ульту оставить на Мортиса. Ну, реально обидный бой, потому что я здесь мог выиграть. Я думал, все, ну, сейчас я отыграюсь. Я, конечно, повел на твой мув, но хорошо, хорошо. Действительно, нахера мне было верить, что он сдается. Серьезно, это так тупо было. Надо было стоять в кустах и ждать. Вот, на изи как бы вот вторую ульту зря потратил, на самом деле. Если бы я вторую ульту не потратил, а все-таки постарался бы его так убить, но я просто очень испугался, что он меня сейчас вторым гаджетом добьет. Вот сейчас была бы у меня ульта, просто под ультой я побежал бы за ним. Но я побежал, я его замедлил, и вот он ультой спасся. После того, как он ультанул и отбежал, мне нужно было бежать сразу назад и отхиливаться от его яда вонючего, но в итоге он забрал. И у меня остается
эпическое противостояние, на самом деле нихера там эпического не будет, я просто сольюсь. Так, тыка. Сбил ему щит. Который он сейчас постановит. Еще немножко подбил его. И вот сейчас нужно было его додавливать, нужно было бежать на него и додавить. Но просраю ульту, хотя я мог победить, если бы я начал его додавливать, кинул бы ульту и все, ему ГГ. Но, опять же, нервы мне не позволили. И в итоге, смотрите, как бой закончится. 200 хп. 200 хп. Пиздец. Просто, и вот в моменте, как он прыгнул, мне нужно было подойти к нему и дать тыку. И я бы его забрал. Но нет, я пытался зачем-то убежать и отхилиться. Хотя от ворона хуй отхилишься. Так, тупо. И все-таки я не понимаю, где был тот бой с Кроу, который в конце меня убил. Почему Биби, я не понимаю. Какая Биби? Не было там Биби. Какой пятый уровень этого самого... А, стоп, это другой бой, вот да. Это вот дуэли. Ну, с Лолой, ну вот это я показывал, как я его легко Лолу в конце сделал, тогда помню. Следующее поражение Биби в конце. Почему Биби? Не помню я Биби. Где делся тот бой с Кроу, я не понимаю. Как я... А, да. Брока настолько быстро убил, что просто, ну, тысяч его нету. Очень легко. А, да. Я не помню Биби, потому что меня... Ой, это очень позорный бой. Я просто три перса солью нити. Ну, смотрите, это обидно очень. Насколько я анскильный, просто насколько мне нервами он меня замучил. Пиздец. Все, просто он ставит медведя своего, я ничего не могу ему сделать. Мне ничего не остается, кроме как выбежать из кустов и проиграть. Все. Ну и Тара. Просто на нити всех убил. Может быть, сейчас пойду на молоко попробую сыграть на нити, кстати. Хотя не буду. Смысл. Да, не, они-то девятая, с двумя пассивками, с двумя каждыми. Короче, да, он просто меня заскамил. Даже Биби не пригодилась. Но Брока я красиво убил. И какой же был бой с Кроу? Я, блядь, вот хоть убейте, не помню. Вроде все воспроизводил, и он где-то исчез. Вы видите бой с Кроу? Я не вижу. Джин. Вот этот. А, да, потому что ему не понадобилось старое. Вот же он, поражение, да. Это же он, да? Да, там я Розу убил Шелли, а потом остался Тарой против Кроу. Да. Да, все, вот, я его потерял этот бой. Капец, лох. Походу, все-таки выложу это на YouTube. Да, без... надо было снимать с лицом. Мне ничего не мешает, сейчас включить камеру, снимать лицом. Я сижу все равно перед телефоном и комментирую, как обычно, но почему-то мне стало лень. Я не урод, я сегодня мылся даже, у меня нормально красивое лицо, не знаю, что не включил с лицом. Я думал, сейчас, ну, по-быстрому засниму для Телеграма. Ладно, хуй с ним, выложу в YouTube. В принципе, разницы никакой. Так. Кроу, кроу, кроучик, кроучик, кроучик. Вот, значит, вот этот я не воспроизводил, получается. С джином. Да, да, кстати, бой неплохой. Довольно сложный был бой. Я уже даже забыл, какие воспроизводил, какие нет. Но уже почти все показал. А, да, этот Пока ловский, точно. Да, я его воспроизводил, все. Да-да-да, там, где я его в конце Тары задавил, да-да-да, все. Ну, окей. Сорян, да, я знаю, что вот это вот... Смотрите, но, скорее всего, это перематываете, поэтому... И это было... И это было... О, все, сейчас осталось только Спайка показать. И Кольта. А, да, против Кольта слило, конечно, обидно. Какаши. Очень крутой кольт. Раз. Я его
300 хп, просто, я просто посмотрите, сколько на лоховке сыграл. И, опять же, на автоприцеле стрелял бы, попал бы, я пытался просто попытать специально. Вот, тыш, тыш, просто тапни автоприцелами, добей, но нет, я зачем-то убежал и просто слился, хотя я мог его легко задавить. Потому что, опять же, страх, нервы, и все это было бы изи победа. Дальше Шелли на Шелли было, ну, не изи, но легче, чем против Кальта на Розе. И он просто ультой сносит мне кусты. Я ничего не могу сделать. Пытаюсь, конечно, как-то относить и так далее, но вот ультой. Но и у меня тычки закончились, просто не хватило урона, чтобы собрать. И он просто на изи кольтом разнес три моих перса. Очень обидный был билд. Это при том, что я мог его убить, просто вот, блять, такая тупая ошибка. Вот поэтому дуэли мне не нравится, потому что здесь одна ошибка, и ты проиграл. И типа... О, конечно, я его сожрал, чтобы хотя бы не в сухую слить, но понятное дело, что я одной тарой никак бы его три перца не слил. И на Шелли он меня убьет супер легко, просто смотрите, просто ульта. Все. Изи. Абсолютно изи. Просто сожрал меня. Грустный бой, конечно. Ну, его против Спайка тоже было довольно сложно. Ну, Эдгар легко было убить. Хотя, по-моему, я не помню, слился Эдгар или нет, но, по-моему, был, ну, типа, Шелли за контрить Эдгара довольно легко. Мне, по-моему, его убил. А вот Бошка было сложно. Подхожу, он прыгает. Единственное, что, да, у него получится прыгнуть очень вовремя, чтобы законтрить мою ульту. Это довольно сложно сделать на Эдгаре, вовремя сделать. Я играл на Эдгаре против Шелли, но иногда получалось. Но у него тоже вот сейчас получится против меня ульту законтрить. Он видит, что я типа сажусь, вот ульта. Но я, кстати, ультанул в хорошем направлении, снес кусты. Просто повезло. Но все равно его добил. Но обидно, что потратил ульту не на слив его, и поэтому мне ульты у меня сейчас мало. И вот поэтому бошка сейчас будет мне довольно жестко контрить. Я просто не смогу его разобрать, и ульту не смогу накопить. Ну, короче, лох. А еще я постоянно забывал, что у меня ульта морозит, типа, потому что я привык играть постоянно на аптечке. Я все время забывал, что я могу на ульте выбежать, дать в рыло, и он будет заморожен, а потом просто гаджетом добить. Я этот маневр, как вот меня убили в прошлом бою, и который я показал, этот маневр, я забывал про него все время. Ну все просто, как бы, хотя я мог его забрать, если бы я меньше тупил. Но я пытался мансити, и я просто, мне иногда сложно мансити попадать одновременно. Вот. Нужно хорошо скилломить. Ну вот, на Розе, конечно, пошел, просто изи его задавил. А вот дальше максимальный скилл просто. Ну, вот на этом видосы закончу, как бы, потому что это последний бой же. Просто Пабло, пам, пам, пам. Пошел нахуй. Просто он мне просто обоссал. Ну и Розу, понятное дело, что мне сделать. Если я не успел накопить на Розе ульту, то на таре у меня ульты не будет, и как его. Ну, было, конечно, как-то пытаться, но у меня здесь нет даже гирса скорости. У меня тара довольно слабый перс. Ну все, пизда. Все, ульта. Я только вернулся, но... Стоп, я выиграл матч этот. Блин, это победа была? Блин, я думал, что я посмотрю поражение. Охренеть, неплохой концовка боя. Да, но я не такой женский скилл, я подождал. Это он очень тупо, он просрал свою ульту, мог меня изи добить. Но он промазал ультой, и это была его фатальная ошибка, потому что он дал подобраться Таре вблизь. И я просто трех тык его забрал. Да, неожиданно. Ну, как-то так. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте дышать, а то умрете.